События как разворачивались? Позвонил мне мой промоутер, один из моих промоутеров, Кирилл Пчельников. Он сам россиянин, москвич. И вот говорит, что поступают такие предложения побоксировать с Поветкиным. Как ты на это смотришь? Я сразу же дал свое согласие. Сказал, что да, я готов. И я ему и раньше говорил неоднократно, что я готов боксировать с любым соперником. А тем более с Сашей. Это был бы хороший опыт для меня. Саша хороший боец, олимпийский чемпион. Много боев у него и на профессиональном ринге. Ну и был бы хороший поединок. Ну и он сказал, что будет вести переговоры вот с Рябинским, с руководством, там, кто организовывает эти все поединки. Ну и вот, по всей видимости, не удалось договориться об этом поединке. Ну а на высказывание Рябинского, там, что надо заслужить поединок, то, в принципе, этим самым высказыванием человек просто показывает свою неосведомленность в боксе, потому что на данный момент рейтинг мой личный, он выше Сашиного. Поэтому почему бы нам вместе не побоксировать? Ну, хозяин барин, как говорится, потому что он боксирует Саша в основном в Москве свои последние бои. Поэтому они приняли такое решение, что вот будут искать другого соперника. Ну, по моим данным, они рассматривают Мануэля Чара. Вот с ним, наверное, будет все-таки поединок. Ну, а там посмотрим.